Добрый день, уважаемые друзья, и сегодня мы с вами рассмотрим одно из самых базовых упражнений в тяжелой атлетике, а именно рывок с виса. Особенностью данного упражнения является то, что исходным положением служит определенный угол. Как правило, работаю с двумя углами, это когда гриф ниже колен или когда выше колен. Первым вариантом рассмотрим с виса выше колен. Сделав с помоста рывковую тягу без подрыва и с прямой стойки, соблюдая накрытие, начинайте медленно, не отпуская от себя, опускать снаряд до момента, пока гриф не будет на уровне выше колен. После этого, не отваливая плечи назад и соблюдая накрытие, совершите рывок в низкий сет. Также старайтесь не прихватывать руками во время опускания и самого рывка. Второй вариант исполнения данного упражнения подразумевает вис ниже колен. Мы руководствуемся теми же правилами, что и в первом варианте, только лишь опускаем гриф ниже колен. В данном варианте все так же опасаемся отвал плечей назад во время самого рывка, а также сохраняем накрытие на протяжении всей тяги. Отличное упражнение для наработки мощного и скоростного подрыва, так как амплитуда тяги уже уменьшена за счет виса, а также для наработки правильных углов и удержания накрытия. Зачастую новичкам проще реализоваться в данном виде рывка, и они чаще ставят здесь свои первые рекорды, поэтому рекомендую отрабатывать с весами до 70% до 3 повторений в подходе. Благодарю вас за просмотр, друзья. Оставляйте все вопросы в комментариях, если было что-то непонятно. Всем здоровья и удачи на тренировках!